Добрый день, мои дорогие друзья. Вот я приехала в Германию к своей дочери. Хочу показать, как у них при доме во дворе сделан садик. Какие здесь растут растения. Это Франкфурт на Майне. Здесь живет моя дочь с семьей. Вот посмотрите, вот тут при доме есть вот такой дом у них. Вот у них тут терраска. Вот это их окна. Вот такая вот терраска. Они здесь сидят. Ну, это в городе, это квартира. Это теннисный стол стоит. Но речь не об этом. Вы посмотрите, как у них тут выращивают при доме, как аккуратно выращивают растения. Вот это лаванда. Видите? Шмелей. Пчелы, шмели летают. Это вот миски стоят, сюда прилетают каждый год утки. И тут все жители их подкармливают. Они здесь гнездятся, вылупляют своих птенцов, утят и потом улетают. На следующий год опять. Это как повторяется каждый год. Так, вот там какие-то вот розы там цветут. Это цветут... вот не помню, как же она... А, сакура. Здесь весной такая красота. Вечером это все подсвечивается. Вот, видите? Я сейчас не могу выходить на улицу, потому что я должна посидеть на карантине какое-то время. Вот какая красота. Сейчас попробую туда пройти. Здесь садовников несколько. Они приезжают, приходят и обслуживают этот сад. Это вот тысячелистник. Что-то я рос вот не вижу. А, они отцвели. Вот, отцвели уже. Видимо, их подрезали на второе цветение. Тут и котовники вот там. Я вижу. Это рододендроны. Рододендроны. Это Литл. Скорее, Литл Принц, по-моему. Принцесс. Ну, вот, вот котовники. Как они любовно относятся к территории придомовой. Это, между прочим, второй этаж дома. Внизу находится магазин. Супермаркет. Реве. Вот. Это крыша. И вот на крыше они вот так вот сделали вот такой замечательный садик. Какие они молодцы все-таки, немцы. Очень мне нравится. Не жарко, так хорошо. У нас-то в Москве сейчас сколько? 32-33. Ой, жалко, я пока не могу выйти на улицу. Дня через два точно выйду. Наснимаю роз всяких. О, птичка, у нее там гнездо, наверное. Я так полагаю, но туда и не пойду. Это здесь не приветствуется. Вот ходить куда хочешь, да? Так вот. Ой, лаванда просто, она уже отцветает. Но это такая красота, такой запах. И вот эти злаки так хорошо. Все это они ухаживают. Я видела, как весной они за этим ухаживают. Это вообще просто все выстригается, вырезается. Изумительно просто. Просто изумительно. Ну вот все. Пока то, что я могу снять, я сняла. Очень мне нравятся вот эти желтые тысячелистники. Надо будет здесь поискать.
И, конечно, лаванда. А здесь вот какие-то астрочки растут с краю. Вот у них тут шланг, кстати. И моя дочь поливает. Они специально купили. Они поливают. Ну все, всего вам доброго. Да, утки улетели. Всего. Мои-то находятся во Франции. О. Вот так вот. А я тут одна с кошкой. Ну все, всего вам доброго. Счастливо.